По итогам 2021 года Волгоградская область стала лучшей в России в сфере военной подготовки граждан, организации проведения призыва на военную службу. Регион занял первое место в конкурсе, проводимом Министерством обороны. Торжественная церемония передачи переходящего вымпела министра обороны и почетной грамоты состоялась в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Конкурс проводится на самом деле в течение всего года. Уникальность его в том, что практически никто в субъекте не знает, что изучает, что смотрит, что он участвует в конкурсе. И потом по результатам года проводится анализ. И в каждом военном округе определен лучший субъект Российской Федерации. Вот 4 округа и Северный флот. И 5 субъектов непосредственно участвуют уже в финале этого конкурса. Специальная комиссия Министерства обороны оценивала подготовку волгоградцев и уровень годности к военной службе, военно-патриотическую работу региональных организаций. Всего в Волгоградской области действует более 300 военно-патриотических клубов, чья задача не только сохранение исторической правды, но и подготовка молодежи к службе в вооруженных силах. Так, одно только движение «Юнармия» в регионе объединяет несколько тысяч ребят. На сегодня движение «Юнармия» насчитывает 9938 юнармейцев. В дни контрнаступления, в канун праздника, мы планируем торжественные приемы в «Юнармии». Порядка тысячи детей изъявили желание вступить в ряды. И я отмечаю то, что даже с началом специальной военной операции ребята активизировались, интересуются направлением военно-патриотического воспитания, активно приходят заявки. Почетные грамоты за активную работу и высокий уровень подготовки граждан к военной службе вручили сегодня руководителям военных комиссариатов регионов, главам районов, главе Волжского Игорю Воронину, а также руководителям военно-патриотических организаций. Среди награжденных и директор Волжской школы номер 9 имени Юрия Харламова Елена Караченец. С 2012 года у нас в школе открыты военные классы курсантские с 1 по 9 в каждой параллели по одному классу. В первого дня ребята занимаются по общеобразовательным программам, а вторая половина дня – это строевая подготовка, огневая подготовка, туристическая, высотная подготовка и армейский рукопашный бой. Высокая оценка Волгоградской области на федеральном уровне стала результатом совместной работы органов исполнительной власти, военно-патриотических организаций, учебных заведений и ветеранского сообщества региона. Торжественная церемония передачи вымпела стала также одним из знаковых событий в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».